А теперь к другим темам. Дагестанцы реже всех берут ипотеку. Согласно исследованиям, проведенным в регионах России, в республике средний ипотечный кредит составляет 2,5 миллиона рублей. При этом существенно снизился спрос на ипотечные продукты. Таких кредитов в Дагестане в среднем выдается всего лишь 3 на 1 тысячу экономически активного населения региона. Следом идут Чечня и Ингушетия. А вот чаще всего ипотеку оформляют жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области.